Всем доброго времени суток. Сегодня у нас будет очень интересное. Давайте мы сделаем три варианта. Посмотрим на славянских рунах ваши магические способности. Есть ли у вас они? Если да, то чем можно заниматься? Что нам руны порекомендуют? Это будет очень и очень необычно и очень интересно. Такого точно еще на YouTube нету, так вот решила такое сделать. На славянских рунах будем смотреть. Первый вариант, смотрите, у нас будет горный хрусталь. Второй вариант у нас будет моховый агат. Третий вариант у нас будет розовый кварц. Сделайте, пожалуйста, глубокий вдох. Закройте глаза. И первое, что приходит, это ваш вариант. Либо циферка, либо камешек. Горный хрусталь, муховый агат, розовый кварц. Поехали, будем смотреть, что там у нас происходит у единичек. Единички. Сейчас перемешаем. Я буду доставать 4 карты. Зададим вопрос. Пусть нам славянские руны подскажут, чем можно заниматься, какие будут направления для вас самые интересные, самые лучшие, что вам подходит, что не подходит. Сейчас мы все посмотрим. Достаю 4 руны. Первая руна есть. Вторая — чернобог. Третья — опора. Четвертая — рок. Так, ну давайте посмотрим. Тут так интересно, единички. У вас есть и светлые силы, и темные силы. Но сейчас я все расскажу. Смотрите, первая руна у нас — руна есть. Прекрасная руна. Она говорит о том, что вы можете заниматься позитивной магией, вы можете делать обряды на улучшение здоровья, отношения, улучшение жизни. Также могут быть ритуалы на омоложение, нахождение пары, амулеты на привлечение любви и удачи. То есть вообще руна классная, очень позитивная, очень светлая. Смотрите, вторая руна, полная противоположность, да, у нас идет чернобог. А чернобог — это как раз полная противоположность белобогу, то есть это именно негативная черная магия. Так как у нас чернобог, владыка ночи, может указывать на то, что меня смотрят реально сильные люди, но которые занимаются непосредственно черной магией. То есть вы можете заниматься и тем, и тем. Что касается руны опоры, очень классно идут защитные обряды, защитные амулеты, возможно, даже спиритизм. Но четвертая руна — руна рок. А вот здесь уже вопрос, а можно ли вам в принципе этим заниматься? Понимаете, потому что высшие силы могут вообще запретить вам заниматься магией. Либо вы перешли какую-то черту, и теперь ваша жизнь в руках непосредственно высших сил, в руках богов, потому что... Вот это, кстати, руна — полная противоположность, да, вот руны есть. Есть хорошая руна, плохая, хорошая, опять плохая. Поэтому тут либо бездействие вас как мага на сегодняшний момент, либо вообще запрет на магию. Возможно, вы сделали что-то не так. То есть по этой руне, ну, это не хорошая руна, вы поняли? То есть да, у вас есть светлые силы, вы можете работать и со светлыми, вы можете работать и с темными. Но по вот этой руне либо действительно какое-то бездействие мага полное уже, либо это будет потом. Понимаете? То есть пересмотрите свое поведение, уйдите в лес, знаете, как говорят, станьте отшельником, ни с кем не разговаривайте, накопите энергию. Может быть, вы где-то сделали что-то не так. То есть вот эта руна рок, она действительно опасная. Вот так вот, единички. Поэтому, конечно, я за позитивную магию, я за светлую магию. Вот. И у нас, да, у нас тут, видите, выпало из 4 рун 2 самых тяжелых, самых черных, причерных. Поэтому, единички, тут вам нужно задуматься. А может быть, действительно, вам туда и не лезть, если вы туда полезли. Потому что, ну вот, по этой руне тут очень опасно.
То есть опасно реально. Хорошо, все, ставлю на паузу, занимаюсь двоечками, посмотрим, что там будет у двоечек сейчас. Так, двоечки, здравствуйте, я вас приветствую. Сегодня у нас будет очень интересное. Мы на славянских рунах. Я достану 4 руны, посмотрим, можно ли вам заниматься магией. Если да, то какой? Это очень важно, это очень интересно. Мы сейчас как раз это все посмотрим. Так, прошу высшие силы показать нам информацию по двоечкам. Поехали смотреть. Ну, тут светлая магия однозначно. Тут очень-очень сильные люди. Тут мастера, настоящие волшебники. Причем волшебники светлые. Давайте теперь поближе посмотрим. Первое, конечно, это одна из главнейших рун, которая указывает, что да, магические способности, они не то, что есть, они очень сильные. То есть руна говорит о том, что перед нами духовно сильный маг или ведьма. Маг – это творец, это создатель, да, то есть вот он создает реально магию, очень сильное покровительство богов, это духовная магическая сила, также указывает на то, что, возможно, вы будете заниматься обучением, да, это обретение учеников. То есть вот ветер – это руна бога Велеса. И, соответственно, уж чего-чего, а у двоечки тут меня смотрят настоящие профессионалы. Дальше посмотрим, у нас идет вторая карта Алатырь. Это вообще соединяет вместе все миры, такой центр вселенной, связывающий людей и богов воедино. То есть она также указывает на то, что это именно как магический алтарь, это проведение обрядов алтаря, ну и непоколебимая вера в высший разум, да, то есть тут как раз без вариантов, то есть тут магическая работа идет 100%. Что касается следующей руны, руна Сила, она немножко похожа на руну Soul в старшем футарке, да. Что она говорит? Это действительно сейчас у вас получение магической силы, каких-то тайных знаний, магическое обучение и посвящение, успешная магическая работа, обряды на победу и достижение цели. Прекрасная руна. Последняя у нас Исток. Тоже очень интересная. Это как раз, возможно, работа на какие-то остановки. Ну, допустим, остановить болезнь или остановить какие-то нежелательные отношения или какие-то зависимости, да? То есть двоечки. В общем, у вас тут прям непаханное поле. Можно заниматься, и учиться, и учить учеников, и проходить обучение, посвящение, проводить обряды. И, конечно, руна Ветер – это самая-самая сильная, и она действительно указывает на духовно сильного магу или ведьму. С чем я вас и поздравляю. Все, двоечки, спасибо огромное. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал, кто зашел случайно, кто не случайно. Буду рада обратной связи, насколько резонирует, насколько совпадает информация. Сейчас поставлю на паузу, перемешаю, будем заниматься троечками, посмотрим, что там у троечек. Так, троечки, я вас приветствую. У нас с вами будет сегодня что-то очень интересное. Давайте мы посмотрим на славянских рунах, достанем 4 руны и спросим, какие у вас есть магические способности, чем можно вам заниматься, какой магической работы. Или, допустим, не заниматься. Да? Сейчас мы спросим, какой будет поток, какая будет информация. И сейчас все посмотрим. Так, троечки. Что нам скажут? Кто тут у нас пришел? Первая руна есть. Ух ты! Вторая – Дождь Бог. Ух ты! Третья – Леля. Четвертая – руна Крада. Так, ну давайте посмотрим поближе. Вот у нас первая руна есть.
Это очень позитивная магия, обряды на улучшение здоровья, отношения, да, то есть вот любые отношения, ритуалы также на омоложение, нахождение пары сюда же и амулеты на привлечение любви и удачи. То есть это светлая, однозначно светлая магия. Ну и прекрасная руна Дождь Бог. Ну, как бы само слово уже говорит о том, что тут что-то очень позитивное, очень классное. Опять-таки это позитивные обряды на процветание, на богатство, на благополучие, магическая работа на зачатие ребенка, на создание семьи, на гармонизацию отношений. Причем так интересно, что тема отношений у нас практически во всех четырех, как это сказать, во всех четырех рунах. То есть вы можете тут реально ого-го троечки, вы тут просто супер профессионалы. Ну, Лели, это понятно, это сильное ясновидение, ясносознание. Опять-таки, амулеты на привлечение женихов и удачи в любви, да? И по поводу руны Крада. Крада – это очищение, магическая чистка от всяких негативных воздействий. Это магия огня и, опять-таки, может быть, и любовная магия. То есть у нас, у троечек, тут прям и деньги, и процветание, и ясносознание, ясновидение очень сильное, да, и чистки, и, короче, очень позитивная магия, троечки. Все замечательно, вы можете реально заниматься, ну, очень многим, и у вас это все получится. Прекрасные руны, замечательно. У нас только как-то первый вариант стратил сегодня, вот так, второй шикарный, третий шикарный. Что с первым не так? Ну, что показали, какой поток? Какой поток, такой информации говорю. Так что, троечек, тут все замечательно. То есть, действительно, очень-очень круто. Запомните, Леля. Ой, вот у нас Леля. Руна есть. Дождь Бог и Крада. Это у вас вот четыре руны, которые именно ваши. И которые показывают, что действительно позитивная, светлая, прекрасная магия. И все в ваших руках. Все, я вас благодарю за внимание. Пожалуйста, ставьте лайки. Подпишитесь на мой канал, кто случайно зашел, кто не случайно. Жду обратной связи, насколько срезонировало, насколько понравилась информация. Всех люблю, обнимаю, пока-пока.